230 тысяч пачек сигарет изъяли у контрабандистов в пограничной зоне Великомихайловского района. Правоохранители установили, что бывший сотрудник погранслужбы вместе со своим приятелем-одесситом разработали табачный трафик из соседнего государства. Злоумышленников выследили и задержали при незаконном пересечении границы. У них изъяли товар на 2 миллиона гривен. Также при обыске у них обнаружили устройство ночного видения, которое, по-видимому, злоумышленники использовали для перевозки контрабанды ночью. Теперь правоохранители ищут тех, кто мог помогать преступникам.